Говорить правду, служить на благо интересов общества. В Раменском самых ярких представителей медиасообщества региона наградили главной премией Союза журналистов Московской области имени Мельникова. Новые технологии привели к тому, что каждый имеющий телефон вдруг возомнил себя журналистом. А это не так. И нашу профессию нужно защищать и нужно поддерживать тех, кто не просто работает с информацией, а выполняет социальную миссию. Профессиональных журналистов наградили в номинациях «Журналистика», «Развитие СМИ» за достижения в сфере медиаобразования детей и молодежи и в других. Среди лауреатов химчанка Марьяна Наумова, которая победила в номинации «Общественная деятельность». Журналист работает военным корреспондентом и ведет специальный проект «Мы живы» на Первом канале. Для меня очень приятно и ценно, что старшие коллеги отметили мой труд. Я хоть человек в журналистике достаточно новый, но уже второй год я работаю военным корреспондентом в зоне проведения специальной военной операции. Мы снимаем замечательный проект «Мы живы» о людях Донбасса, о волонтерах, о военных врачах, о наших, собственно, парнях. И, конечно, мне очень важно и ценно, что мой труд отметили. Это мотивирует еще больше работать. Марьяна Наумова – это уже второй химчанин, который был удостоен премии Мельникова. Ранее диплом вручали Владимиру Кузнецову, председателю химкинского отделения Союза журналистов. Это как признание того, что ты делаешь, чему посвятил свою жизнь. И меня очень радует тот факт, что заметили успехи в журналистике Марьяны Наумовой. Избралась сюда, в наше сообщество журналистское. И она очень много делает для того, чтобы развивалось журналистское братство в Подмосковье. Премия имени Виктора Мельникова – единственная в Подмосковье региональная общественная премия в области средств массовой информации, учрежденная в 2010 году. Награду присуждают работникам отрасли за реализацию общественно значимых проектов в сферах просвещения, информационных технологий, патриотического воспитания и культуры.